Кличка так. А что, не работает вам? Да, мне надо. Вроде. Очки доблести на 5% увеличены должны быть. Да ничего не дает. Пиздеж. Пиздеж. Она нормальная вообще? Ну, вроде да. Мастерство есть, мне пойдет. А, ну, а нет, мне паладину за, это, за успех. Да имба, я должен заметить. Да и за одного. Тоже взял бы на мишку. Там по ИП у меня мало, да? Ну да, рост приору на выше. ДКшки. Кому надо. Ой, ладно, сам себе сниму. Да, сними его себе, пока ты сушёнки распределял. Чё, баните или чё? Или большого сначала убиваете? Так, а ты здесь соло потанчишь, да? Да, да. Бля, я выпил фласку на этот... На кого-то там. Так перепивай. Да ясно, блядь, тебе вот это, лишь бы я перепил. Ладно, кому все это эти бошки? Это Гудлик так должен говорить. А зачем они вообще? Нахуй, Гудлик не умеет шутить. Не знаю, я эти токены вообще просто так отдавал. То есть, может, никому здесь не нужны. Да я вообще, типа, ну, давайте 26-й шмот отдавать паролу. То есть, не начисляйте ГП за него. Сейчас 26-й не, ну... шмот с льды хуже, чем... Ну, реально, а есть шмотки, которые лучше, чем с РБК? По-моему, нет. Да. Я предлагаю на следующем КД просто оставить по ГП 239-й шмот и 4 ну, да, да. Все. 239-й шмот, 3 неипухи, все. Согласен. На следующем КД жду, я сделаю. Согласен. Могу прийти на двине? Согласен. Прийти можешь? В рейд попасть вряд ли. В рейд попасть, да, не получится. Согласен. Вот душный. Да слушай, ну когда у тебя будет уже твин 230? Всё. Как да. Моя сова. Так мы же уже будем... Не тянуть. Это временно твоя сова, скоро придётся армейки. Да слушай, я ему писал сколько раз, он ни разу не ответил. Я не уверен, что он там, ну типа, пережил ту армейку. Ну, вообще-то в армии, если ты не знаешь, что там запрещено. Вообще-то там есть и эти выходные, и увольнительные, понимаешь, ни разу не ответил. Где, куда он попал? Если он попал каким-нибудь такой, блядь... Ну да, какой-то стройбат. Разведка какая-то. Да, у меня все друзья, которые... Да какая разведка? У него ник Настя Киса. Ну что, посадили людей по нику. Чисто на разведку пошел, анимешник. Да не, ну классный чувак, ну блядь, он не для разведки, по-моему, строган. Бля, почему? Я знаю многие части, которые мобильники видели только на этом самом. В отпуске. На картинках. Да я не знаю, типа, блин. Ну, в отпуске, но все равно, типа, там можно как-нибудь попасть к мобильнику. Сейчас слушай, это не так. А вот этот жмок в мобиле лежит от Тей. Да, я тоже хочу. А где ты еще одна была на этом? 8000 релька стоит. Я тоже хочу. Что, вернемся? Какая жилетка, где? Да там же. Поврежденка, вот тут в мобе. Так там спасибо, еще раньше было. Одна поврежденка. Они сейчас стоят миллионы, эти поврежденки. Да, да, очень полезно. Не, на самом деле, ну, по 500 долларов. Спасибо, пацаны, что сказали, что это лежит. Там еще, если хочешь, еще назад продади, с первого пака тоже там есть. Ну, а я в ГБ кину потом, там, грузим нашим ювелиром, потом будет делать с камерами. Лучше так сделать. Всем миром, по чуть-чуть. Всем миром, ювелиром. Саша, ты ювелир? Саня. Да. О, Саня, Санина. Санина. Прозвучало как-то оскорбительно. Почему есть такая хуйня, короче? Почему, да, Катя, почему Катя Екатерина, а Саня не Санина, блядь? Мне показалось, или это оскорбление, за которое надо давать ГП? 500. А, почему? Я же тоже Саня, если что. Тогда 2 по 500. Это... Ирония, самая ирония, да, типа это другое. Ага. Понятно. За каждого. Заказ. Блять, сейчас я сформулирую. За каждого. Каждого. Да, вот каждого. Буква Ж сложная, у нас в украинском ее нету просто. В смысле, есть. Нахуй еще раз забанили, блядь. Я не учил просто украинский. Чинки, как ты говоришь? По-русски. Понял. Да какие жинки, блядь, я паладин. Ну дважды. А мы и забыли. Так, они тут мимо пока не играют, да?
Да, пока не играл. Так, ты там же кубок поезда взял, да? Да, там, там есть, да. Да, блин, вон Лангрис, заебись, ты цешат. Лангрис это тот самый, как его, на сове, который играл? Нет, Лангрис это который Лангрис на ДС. Это он на сове играл у нас. Ну и тем более он хочет по ДЦшить, пускай ДЦшит, у нас два ШП есть, даже больше ШП есть. Там еще бутер какой-то и еще кто-то. А он говорит, что типа после того, как появилась Настя Киса, у него пропало желание быть совой, потому что Настя Кис слишком сильная сова. Бля, вот вы про него начали говорить, и это, блядь, просто представляю, блядь, такой ротоподъем, рядовой Настя Киса ко мне. Сова 32. Ну... Возможно. Не, возможно, недалеко от правды, да? Да. Но юмор, конечно, уровня Гудлика. Там сами трэш, товарищи. Не, это даже не оскорбление, ну просто, типа, ну так мне кажется. А чё, вы тут бьёте тоже? Зачем? Ну ведите сюда. А их надо сможете? Сможете сюда привезти? Ой, ты умираешь. Продефайся. Прожмись. А у меня нечего, блядь, не выкинуть, зачем я нажал бутылку? Видите мобах, ребята, просто видим. Я НС-ком закинул на 20 тысяч. Можно шутить как Гудлик, и можно душить как Рос. Я никого не душу, я просто рублю правду матку. Только алло, кого там задуши? Тебе ДПС показать? Гудлик из Сатасан, ты же из Беларуси, да? Белорусский ДПС. Самый лучший. Пойди на улице свой ДПС покажи. Что там другие ДПС? ОМОНу, выйди в ОМОНу, пизды там, дай, блядь. Саня Гудрик мне ДПС дает. Бля, 4-4, да? Да, бля, они там просто достанут свой шлем и его просто побьют, блядь. Я когда иду по улице, на меня все смотрят, завидуют моему гиру. А в чем ты ходишь? Сколько этого гир, да? Ой. Что, стартуем? Погнали? Сейчас, друзья, масло намажу. Гудлик, ты в каком этом левеле ходишь по улице? В латексе. В трусы табачок заставил. Шкаф. Ну тогда, чё сзади. Патрич, ты тут? Да, слушайте, и на самом деле, типа, Лангрису как раз нормально собрать Волонир. Я ему доверяю. То есть четвертый Волонир Лангрису, четко? Нахуй, блядь. Ёбаный рот этого казино, блядь! Во, Шова обновился-то, понимаете? Уже мемчики хотя бы 12-го года. Давайте, ну, хотя бы классное. Казино, по-моему, 2004-го года мемчик. Всё, поехали. МК дай. Ты что, блядь, ловался, что ли? Бля, зачем я начал бить босса и спулил все тренисы? Феникс, поражай. Так, Fire Resist и Таура. Поставьте Fire Resist быстрее, Павла. Масса круг, КНС. Забивайся сначала. А ясно, это Шова в своем Т4. Дерево, все, не фуди. Дерево, играем. Малка, вставай. Выше служу. Малка, фу, ребят. Ну, блядь, в душе играет. Я себя замутаю, рельсы пока. Чё мани? Бьёрн, ты просто переоцениваешь сложность этого босса. Он сейчас уже, типа, ну прям манекен. Я помню, как раньше мы сидели на нём, блядь. Ну так это ж было раньше, блин. Мы, типа, все ХМ-ки не убивали раньше. А это, подожди, ты с нами даже не был ни разу на Мимироне ХМ, да? Ну все, ясно, сейчас будешь ГП. Я ушёл в июле сейчас, что чё ГП, да, что ж? Всё с тобой понятно. Дерево. Я себе ГП давать не буду, да? Ничего, я себе ГП даю. Каст, стоп. Так, Невр готов лужу, да, знаешь, да? Ага. Мелизон, аккуратно. Нахуй басы ДПС накручиваете, блядь? Так, не стери, ты кикаешь грозовому.
Валк, ты кикаешь водному. Айнан, грозовому, шаманизм водному. Услышали? Все четко. Выше слышишь? Ну, наш шаманизм понял. Остальное. Можно это самое. Слышишь, следующее дерево большое. Немножко это самое. Поддержать его, чтобы грибки росли. И при выходе нового трэша просто ночь. Быстрее будет. А первого нету. Кто поднимает? Кто резко? Подняли, идеально. Дерево. Мелизоне, да. Вышли, служи. Мелизоне. Смотрите, на пульчике вам главное напулить вот этого вот, ну, деревянного типа. Все остальные они не дамажат. А деревянный прям шотает. Деревянный ты про этого? Корнихлёст? Ну, который, да, из трех, да. Который там 99 стаков, и он шотает. Типа ты бомжей. Оп, живи. Что, есть мастер на этот файер? Дерево, дерево, дерево. Добей, добей. Корнес отдал. Разве Корнес отдал этот файер? Не знаю, но он мастер отдал. Ладно, я возьму. Дайте гибну. Давай, ставлю тотем. Так, сейчас большой остался и три мелких, да? Окей. А гимн не стакается же, да? Уже аккуратно. Да нам хотя бы один был получен. Не, ну ладно, они дали с промежутком в 6 секунд гимн, так что нормально. Отлично. Дерево сыграли сначала, а потом по-большому. На большого черепочек поставил. Остальных так заклеивайте. Never die, на пол. Ой, сорян. Стан, дай себе по черепу. Стоп, касту. Вы умрёте. Вы умрёте. Ну, нормально, еще большое дерево появится. Как да, и, кстати, было. Без ачивы в этот раз. Чё? Ой, не надо тут только, окей? Не, ну я же сказал без. Да, ачива, да. Блин, была прикольная ачива, мы ее почти сделали, но нет. Ага, ну да. Дерево в воде. Че там осталось, крупный? Угу. Может, как раз без у него босса хорошо вообще. Под деревом, грибочками стоит. А можно где... А, подождите, нет, у нас следующий мемерон. Да. Да, нам надо оставить её. Да, я бы тоже. Кого оставил? Геру. Геру? Дар, дар. Ну, чтоб не ждать. Разбили дерево. Все, боссы в покажем кидали. Я серьезно не знаю, зачем здесь нужен пятый хил. А куда волки побежали? Видите справа? А, они пошли бить этих. Увидите, блядь, щиты волки. Да они ж не агрит. Нет, там еще не спулится сейчас. А мы поэтому все и убиваем. Наши волки делают ауф. Ауф? Это только энфовские. Вагоны, получается. Бью тут двойку, не надо, блядь. Дерево. А они не контролятся, волки? Нет. Нет. Не контролятся? Конечно, всё. Разве не контролятся? Контролятся, нормально. Какого хера мы пришли? Мы по сторону перешли. Далеко, далеко проходите сразу. Прибирали? Еще раз. Почему мы одной такой кучей огромной бегаем? Ага. Так должно быть. Нравится, что... А, да.
изогнутый клинок. Ой-ой-ой. Сука. Ваш кинжал, мягко говоря, авно. Вообще-то интересный кинжал. Да, да, да. Брать хочется. А чё ты красил его? Так, а подожди, а рога тебе не нужен? Ну, тебе надо кинжал? Я дурачок, меня не смотрите даже, что я сролил. Он думал, что оно это, с интеллектом? Я почему-то, да, мне показал. Я скорость смотрю этот... Я тоже подумал. Так что нормально. Кого на первом месте, нифига. Да, давай, пусть будет, мало ли там это... Сколько там? А все, Гудлик, ретрики в 2Т4 будут вам показывать, что такое трэш. Ну, половина от 120... от 200-ок. Я думаю, это всё. Красный, да нужен ли? Красный. Не-не-не, вот это мне не нужно. Бьерн же с этой, с одной школы, с Зоркова, там ДПС на X2 повышен. Рос, скажи это Фуриком. Хорошо. Я сейчас себе сниму. Сейчас выйдет ссылка, блядь. Посмотрите, если на меня. Еще и к нему ушел. Сейчас выйдет ссылка, буквально 300 где-то дней максимум подождать. А что тут он себе снял, я не понял. Сколько пуха весит? 250 пуха. Подожди. 200. Пу-пу-пу-пу-пу. А, 250, вы сказали. Ну и все правильно было. Мне за 250 дали пуху. 239. Одна ручка. Это двуручка 250. А, мне одну ручку дали за 200. Все, я сейчас... Сними, пожалуйста, с куба 50 гп. О, одобряю. Не, ну Кубобу можно полтинник накинуть. Ну да. Так не, слушайте, я в Кубобу снял бы даже 150 гп, потому что, смотрите, он сразу поставил Сердоль. Ну, только не Сердоль, но все равно нормально. Нихуя, я уже хотел аплодировать. Гессанит тоже пойдет. Слушай. Это Гессанит имба. Так, следующее. Паролу надо кому, нет? Да. Я выиграл. Нет. Там дай мастер лут на Лангриса, он разролит нам этот. Сейчас отдам, подожди. Идеальный срок. А что на Мироне карася на замену не кинется, блин? Ты давай, ты уже был. Надо кому ноги, Мироне, нет? Все, Лангрис, знаете, лучше разролил. Все, давайте. А что, взять надо было? Долго Не взять. Просто, у тебя забагались метки или нет? Раз 99. Ой, 69. У Валка еще. А, ну ясно, Лангри снова подкрутил свои щиты. Подождите, а зачем вы токен все ролите? Да не токен, а не ларец. Засунка, это просто... А, вышло, понятно. Могу ставить, где тебя поставить еще? Стоит, говорит, нет, сейчас тебе тоже раздам. А так же, ну, сейчас я уже реогнулся поставлю. Да я просто поставлю метки по кругу, тебе будешь там анонсить. Вы когда даете гер на этих самых, на пушке? На второй, ну, типа, можно давать и на, на четвертый. Лучше на второй дать, наверное. На четвертый бегается до хрена просто. Там не особо актуально. Да. Да блин, и дохните его на четвертый тоже, в секунду. А как Герц поможет? Ну, быстрее будем убивать ее. Хилам будет проще прохилить. О, я новые метки, короче, раз. Круто. Еще три. Да. Вот у меня до сих пор рыба модная. Да, у меня тоже, потому что я только что ставил дон. Нет, у меня 17 минут ее еще. А у нас 58. Кто-то слабенький. Бахните инту. Не кушает. Так, давайте, арчек с левой стороны. Как мы сейчас смотрим на босса, у нас будет Корнес и Лангрис, а мы втроем с другой стороны. Подожди, у нас из новичков только Нестерия и Банана Мэн, да? Вы были тут, вы знаете тактики? Банана Мэн дох в тот раз. И мало. А, это он был на хиле, все, понял. Значит, банана был, а не стерия.
Что по тактике у тебя? Ну, говорят, только головного он не бил, говорят. Ну, может, он и этого не бил в Хейме. Короче, это самое. Бегай за меткой. Сейчас все знаю. Давайте, у нас это первая, вторая пати слева, третья, четвертая справа. Поделились, встали в одну точку. Блин, а если за Милика ни разу не был, блин, плохо. Да, будешь бомбочки летать. Да, сейчас меня спрашивают. А кто мне подведет огонь к кнопке? Да, и Зука подведет. Кару сможет. Да, в Зорке вон тоже сможет. Не, Зорке не сможет. Ясно. Да ты быстро веди, ты отойдешь намного, сделаешь каст. Подошел намного каст. От бусты отдаем на второй фазе все свои. Сейчас только маленькие бусты можно. Ну, так не отказываться все равно. Ну, что не верно. Значит, это к тебе не применяется. Давайте, что, речь. Все тут, все знают. Знаю, но лучше уточнить. Короче, я есть запустил, огонь, я от запустил, огня бегай. Запустил. 3 секунды. 1 секунда, побежали. Ну, весь там, сейчас заберу. Все, Кару, иди. Он это, блядь, забрал. Мина, смотрим, куда положил. Не прохилили. Идеально, подними его. Раньше держим, ну что ж вы делаете-то? А ты за минами ведешь. Пламя, 3 секунды. 2 секунды. 1. Отбежали. Отошли мне лома. Потуши через 6. В квадратик все стакнулись. Да пиздец, вы что, издеваетесь, что ли, люди? Зоркера. По кому БР дать, Войду, скажите. Вы в пятером поймали пламя. Айрон, вставай, банан, подними зеркало. Стакнулись в квадрат, быстрее. 3 секунды. Вышли. Войду бернуть кого-то? Да, зеркало подними. А подними зеркало. Айнон, есть встать? Нет у него. Если есть, вставай. А, нет. Обратно вернитесь. Да, вы убежали. Быстрее с Айрон. Поднимайся. Стоим. После портала сейчас будем подбегать. Подбежали. Нет, Влад, у меня есть. Сейчас готовимся к Геру, рассосались по комнате. За крестик, за печеньку зашли. Геру даем. Дамажим все прожимки в глазу. Сакра есть, Рос? Я мастер дал. Это ледяная бомба была. Давай сокру, Корнеас. Сейчас будет. От стрел отбежали все за спину. Эх, не успел. Ну, прям под боссом. Никого Бэра спустя сейчас. Нет, Бэра. Секунда огонь. 2 секунды огонь. Ну, банан, ты что сдох? Отбежали. Добивайте 100 тысяч. Печеньку все стакнулись. Метка на земле стоит, которая возле нее, за ней. Ой, дай мне инов. КД идеально было. И Корнесу, Корнесу, дайте гимн. КГ. Так там есть огонь. 3. Налево побежим. 1. Побежали. Да, он тушить будет. Не скоро. Тут сейчас будут роботы, как они будут тушить. Наверное, прохил.
Невер, чуть-чуть дальше отходи, чтобы это ближе к нам босс подходил. Или тот, на ком играл. Отбежали. Он летит? На полпути к сконе стоим. Да, вот здесь хорошо. Вот. Он автоматически ставит. Да. Так, пламя 4. К стеночке подбежали, 2 секунды, 1 секунда, отбегаем от пламени. Все, клоне встали. Сейчас смотрим, здесь будут появляться мобы. От них отходим, и они тушат. Войт, залей ин... А, у тебя когда? Бомбу это заберите. Да там кто-то ТК-шка. Перекс пошел. Отошли еще левее. Давай уже сразу сюда мы встанем, да? Да, да, вот к ромбику можно встать сейчас хорошо. Опа, сыграем. Уж почти все потушили. Поставил метки на на трех. Их не трогаем. Остальных можно потихоньку заливать. Сначала босса. В луне, ой, в звездочке стоим, далеко не уходите от нее. Ждем вот здесь огонь еще один. Все, по трэшу сыграли, весь трэш зашли. Бомбу от заберите следы. Барахболот слева бежит. Отошли еще левее. Давайте вот за печеньку зашли. Так, здесь будут такие же синие бомбы, как и на второй фазе. Убейте, может, еще одного? У нас не так много огня. Давайте, квадратик еще слейте. Левее крестику. На полпути крестику. Давайте встанем. Милики, вы что там по минам прошлись? Нет. Просто подошел вот этот вот. Сигнальный задал у нас. Соло вагон получилось. Запить. Обстрел. Право побежали, как раз огня нет, на квадратике стоим примерно. Какие там огонь сигнальные тушит. Массакру, да? Уже была, вижу. Уже была только что. Под боссом тушит осторожно. Скажу, куда подойдут. Отбежали шоковый. Тихо, Блад. Бомба, смотрите, справа лежит от нас большая синяя штука. Отбежали. Блядь. Что-то с бомбой, блядь. С бомбой жестко получилось. Вообще заснул. Рассказывайте. Да. Я ее в последний момент увидел. Угу. Я уже увидел, когда вайпнули с 15 тела, блядь. Опа, че, вайп. Ну синий шарик самый, блядь, опасный, надо заметить было. Да миликам сложно бить. Ну типа надо просто дальше отходить, забей. Тебе не нужно постоянно бить на третьей фазе милик. Ой, на четвертой фазе. Просто типа отбежал, подбежал, когда можешь. Вообще типа стоял где-то. Банан, где ДПС. Если в рейде случился вайп, это Гудлик виноват. Вы дайте ГП за первой смерти, там люди сдохли от обстрела, от еще чего-то. Типа то, от чего нельзя было дохнуть. До четвертой фазы. На четвертой фазе еще ладно. О, сейчас будут ГПшки. Ну это несправедливо. Смерть. Не, ну типа, блин, на четвертой фазе, типа, смерть уже она от этих. От старости происходит. Шо ли дайте ГП? Вот если ты дожил до четвертой фазы, и там уже умер, типа, от того, потому что происходит пиздец.
Шо, я ты шо, я просто рейда спорил то, что я умер, но потом... Так и не знаю, Лику ГП, он реально провокатор, блядь. Я там скрин сделал, если что. Ну ты же не успел добежаться, правильно? Я даже чарджнулся в босса и не успел. Ну потому что слева огонь был, вот, а справа он в правую сторону идет. На самом деле очень хорошо шли, я был уверен, что это победный, если бы не минус 15. Да. Зорки, ты где там бегаешь? Бегу, это зависит. Кстати, может, стрип со спец... А, вот поставили, отлично. А кто ставит? Наградите его хотя бы голдой. Сколько одна рыба стоит? Где-то 200 голды. Сколько? 180, ну, 180. А за каждого? А еще не нафармились люди на этот. А что, за голду вклады есть? Нет, пока. Мне не будет, наверное, никогда больше. Да нам, типа, и на самом деле не надо. Вот эти вот боячки, что будут падать, нам будет их достаточно продавать, типа, чтобы там рыбу закупать. А гильду докачаем за эти 200к, что осталось. Бьерн на деле, гадина. Если этот шаманизм будет чаще приглашать мелких, то и быстрее докачаем. Ну я к Антвинке не могу приглашать. Так что, получается, у вас виноват шаманизм? Так давай я тебе повышу Антвинка. Ну тебя это быстрее, полодинство должно быть уже. Товарищ, а вы на Везах идете? Да, сейчас поймем. Нет, нет, на Мимироне. Ну сейчас с Мимироне еще. Так вы же убили его. Сначала Мимир, потом Везах. Ну, Дуат, у нас, типа, скорее всего, точно есть кому надо. Я уступлю. Нет, я думаю, что, типа, пуха нужна. Ну, хотя бы, минимум, вару. Он не заберет ее по приору, там, у этого. Конечно. Больше у нас вопрос, 32-й бегает. А, все готовы? Давайте нажимаем. Все, тихо, Дуат. Понимаете? Все, пыльнул. 4, 3... Одна. Отбегаем. Там типа можно бежать, начинать... Давай, Невер, я к тебе приведу. Раньше между собой держите, пламя в пятером, в шестером не лутайте. Блядь, я не стою печать. Беги, малышка, беги! Шарик. Пламя, одна секунда. Ой. Ты близко стоял. Давайте квадратику потихоньку двигаемся. Караса прохил. Огонь, одна секунда. Готовимся, отбегаем. Стопнем. Стоп ДПС. Я потушу, что 4 секунды. Добиваем. Хоть ты хуя людей полутало. Такнитесь только глубже. Прям в стенку уперлись. Давайте 3 секунды. На половину убегаем. Можно вообще не лутать урон с того огня. Да, я знаю. Все, так все в печеньке стоим слева. Анонси, типа, чтобы не лутали люди. А то ты говоришь, уже выбегаем, когда он еще кастуется. А там можно за пару секунд до. Даже за 5 вроде. Нет, там в 0.5 надо уходить. Тогда только не лутаешь урон. 6. Подбегаем, давайте. 2. 1. Побежали. Кто там стоял? Кто? Какой-то енот из Зука. Гера, пошли урон. За печеньку, за крестик зашли, там по рейнджу от бомбы. Сейчас смотрим, где бомба лежит. Все, отходить будет. Пегасник, тоже отойди оттуда. От бомбы отбежали все от квадратика? Пламя, одна секунда. Готовимся. Сокру дайте. Я дал мастер. Мало. Пламя стоит. Ну, давай, интернет.
Без нас 7 лестники в пламя сдохли. Нахрен вы в пламя стоите? Думаем на крутилке. Капец, нас везде попало. 3 секунды до пламени. Проверить кого-то? Нет. Сейчас добьем. Сейчас хилить надо. Войт могу караса поднять. Войт, поднимай караса, карас поднимай шаманизма, идеальный. У меня поднимай... есть такси, пока не могу. А. Идеальный банан подними, вот... банан подними, ГГ снайпер, наверное. Пошли, пошли. Давай, отвлек немного банан. Дальше, 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 донт. А ну, подтяни к стене людей. Давай, давай. После луны сейчас полутаем, давайте. Стеночки да, вот здесь. Да, да. Лё, кто там? Мизука, сюда иди. Огонь, сейчас пропадёшь или нет? Банан просто в огонь. В огонь. Одна секунда, отбежали. Направо бежим. Поменяй лут, стоит, распределяет ответственность. Это автоматически ставится. У Бьорна не ставится. Ну, ставится, но все. Просто сам посмотри. Здесь можно ставиться. Осторожно. Дальше проходим, проходим. Квадратика. Бомбот. У нас пирекс хрипатый, ты ловишь. Вставай. И знаете, мы сейчас огонь еще. Огонь 5 секунд. В квадратике лутаем, уходим направо. Одна секунда. Отбежали. Да нет, дон. Очень плохо. Там на русском пишу. А он говорит, что он покинул тело, потому что закончился БР или что такое. Ну я не знаю этого языка, просто да. Я предполагаю. Это он именно это и написал. Огонь был, я не вставал. Из-за... Все нормально. Отпечали еще дальше. Давайте к луне отойдем. Там бомба лежит, смотреть. А нет, это дур. Я уж галлюцинация. К стеночке сейчас стали. 5 секунд. К стеночке подошли. И сейчас кнопки побежим. Побежали. Давай еще дальше отойдем. Сейчас тут будет куча сигнальных, mm-hmm. Они нас будут сдавать. Да. Между кнопкой и луной стоим у стенки. Бомбот. Бомбот соберите. Стакнулись печеньку, быстро. Бомбот. Роботов заливаем, нет? Дон, да, заливайте. Вы должны оставить двоих роботов. Нет, стоят, заливайте. Вон там еще справа возле этого. РТД грудь, милики ноги. Голова кривая пока что. Пламя 5 секунд, 2 секунды. Что, не трогайте роботов? Бомба. Бомба нашли, все смотрим на бомбу. Готовьте, скоро будет этот крутиться. Да, ну бежали. За спину, вы чё? Ой, блядь. За коня побежал. Донт, переводи. А, танк мёртв. Заим пумба. Ёб твою.
падайте. Лужу задеть. Я не увидел, в хилбот уставился и все. Ну, в воду. Так, а что у нас упали люди в первой фазе, второй фазе, не помню, что там было. Это от обстрела. Ну, самый час, смотри. Сейчас взгляну. Ты ж пишешь. Чик-чик-чик-чик-чик. Лазерный обстрел, грейснайп, карас. Карас, ты заебал дохнуть, блядь, на туре, нахуй. Там ты смотри, лазерный обстрел и этот... Лазерный обстрел, это карас дох. Я Void зоной настолько увлекся, что про обстрел просто забыл. Ну, твои проблемы. Мертвый хил, не хил. Нет, там так. Есть просто разные этот. Есть лазерный обстрел, есть лазерный импульс. Импульс есть... это не про хил. Лазерный именно обстрел. Вот именно два человека упало. Гайснайп, Карас. Остальные сдохли Нестерия, Банан и Декара сдохли от пламени. Не знаю, за пламя давать ГП, не давать. Ну, типа, стоял в огне. Как, по-моему, это слово. Да там, типа, может быть, и не про хил тоже. Такого провокатор. Иди лес. А на четвертой фазе попадали от обстрела. Ну, типа хил. Бля, Карас опять. Ну, ну понятно. Давай, Карас, раздубляйся там. Потому что, блядь, ну... Эй, а остальные... А, все, извиняюсь. Ебать ты шестерка, блядь. А, все. Чё сразу шестерка? Там полутал, остальные полутать должны. Ладно, за первую фазу дам, за вторую. За первую вторую фазу буду давать считать ГПВ. От смерти от этого. От крутилки на последней. Сейчас. Мимирон, мечта гильдии. Так, потом еще пламени сдох. Нестерия. ДК, ДК, начистил Нестерия, кто-то еще, ай, банан еще, да? Будете сейчас это самое, блядь, случится. А я на следующем траве накину еще ГП, кто сдох на четвертой фазе. Паша, МКД, пожалуйста. Сейчас я ГП начистил. Так, вы точно все стали? А то что-то все приняли РЧ, но я вижу, бегаете. Нет, все правильно, все правильно. На четвертую фазу, ну я хуй знаю, там, как бы так... Все, я пляю. Будете учиться сейчас так, на ВБшках. Пошли Мелизана. Кубок. Входи, Дон. Дальше. Милики стакнули с печеньку. Новые мины. 5 секунд огонь, 2 секунды, 2 секунды огонь. Отбежали. В сторону квадрата все. Стоп ДПС. Остановитесь. Две секунды. Сейчас задуют. Квадрат. Все в квадрат, прям в стенку. Танка прохил. Прям в стенку все. Void Inner в Корнеса. 5 секунды. Отбежали. Понял, скоро. Бежали. 5. Отбежали. Рассосались, ребят. Все, фоб.
что я долю. Мастер, на фаер. Я дам. Масса кром. Хоть будет шорт, сейчас обстрел будет. Обстрел отбежали. Память 4. Можно съемки? Одна. Отбежали. Давайте вот к квадратику стакнемся. Дон тотем. Гагаснип гимноману. Ставил. Давайте на... У вас на четвертую фазу две метки. Ромбик для РДДшников в районе держитесь, не прям в точке, но в районе. И для миликов печенька. Здесь стоим хорошо. Здесь, видите, где метки? Почему вы стоите в центре? Нам центр нужно оставить. Ты же сказал про четвертую фазу. Пламя 3. Одна. Отбежали. Десять секунд. Давай еще чуть дальше отойдем, сейчас сигнали у нас задует. Давайте, давайте вот сюда вот. Пламя 6. 3. 1. Отбежали. Кто там стоял раньше? Давайте перед кнопочкой стоим. Вы видите метки? Алло, рейд. Рейд. Банана, банана, инр в идеального. Отбежали. Войп, инр в лагере. Перед звездочкой. Заливать всех мелких? Да, можете заливать, оставьте только двоих. Так, лол хпшник, там еще один бегает, лол хпшник. Видите, квадратик не трогайте, там еще один хпшник бегает. Квадрат крестик. Там с той еще стороны двое, с той стороны еще двое. Так, огонь их. Две, одна налево побежали. Давайте за печеньку. Не, за печеньку, которая на земле стоит. Мили, ноги, РТД, грудь. Бомба справа. Блять. Что? Только я подумал, что у нас весь рейд. Чего он так быстро появляется? А чего, блять, вы бы озвучили бы уже на самый взрыв, нахуй, ёбаный урод. Я только что, знаешь, экран повернул, не было ее, поворачу опять и взрыв. Донт, но я уже не могу задерживаться. Ух, пиздец, ну ладно, наверное, давайте. Че, мы без конта будем? Мне просто завтра нужно в другой город ехать, прям с самого-самого утра, поэтому уже... Вы еще один трай последний сделаешь, да, пойдешь? Ну, хорошо, один... Давай. Падайте быстрее. Вы уже стали все забежать. Блядь, ладно, я за бомбами туда послежу, блядь. Там, что, там блядь. Туловище, когда это держишь, а он кастует прям, ледяная бомба у него каст, видно. Кто-то просто туловище, кто с голосом DC, выделите. А то я голову выделял, пока версу прожимал, блядь. Я позвучу бомбу. Чисто туловище ее кастует. Оно как только босс появляется, двигается там 2 секунды, он начинает кастовать бомбу эту. Он ее обычно в огонь кидает. Дон, да у тебя в ДБМе нету? Я что, думаешь, вешу что ли? Не, в ДБМе нету. Туловище чистое, выберите кто. Это самое, слышишь, у вас кинешь мне ссылку потом на новый ДБМ? Что-то мне вообще нихуя не показывает. А новый тоже никаких. Не ко мне, это к Сильваныч. Сильваныч, у него вроде ДБМ.
Или у кого-то. Ну, короче, у кого-то. Смотри, у меня вообще ни одного ни это самое. Ни огня, блядь, ничего вообще нет. Поносит хотя бы. Еще 30 секунд за водой сбегаю. Давай. Облейся там. У нас было 25 человек живых. Да, да, да. А потом стало 5. Я про себя думаю, о, как классно. Ну, я тоже думаю, блядь, охуенно идем. Хуя хуй там, блядь. Просто ключевые люди, кто релят, они. Я вот голову выбрал и Берсу прожимал, чтобы агро набирать, слока ее забрал. Рос бегал, мобов бил. Да, смотри, ты не так собирай. Смотри, ты голову, ты просто нажал таунт, и дальше там, кто у тебя ниже по списку, локи дают расколы, и все, забей. Ты ее даже вообще не трогаешь голову. То есть один раз даешь таунт в начале пула. Короче, кто с голосом, выберите туловище просто на четвертой фазе. Он, у него полоска каста видно, когда он кастует бомбу. Вы будете уже видеть. Так, зука. Тут все, давайте форда, ребята, быстрее. Че на пол? Как трудно Бьорну сделать ачивки. Угу. Игорь, сам готов? Все, давайте по местам. На пол. Дант. Все, запускай. А что за самоуничтожение? Выбежали. Ну, Берса. Берса. Сейчас прям показывать сейчас. Ладно. У тебя еще, наверное, не брань пока. Отсюда. Mm-hmm. Милики, все в печеньке. Вышли, милики. Ладно, бомба. Одна. Заберу, вот эти. Прохилитесь. Да, лагерь щиток на себя. Шаманизм прохил быстрее. Отошли Мелизана. Туша через 7. Ближе к квадрату. По минам только не бегайте, сейчас аккуратно смотрите. Квадрат прям в стенку, далеко туда ушли. 4. 2. Отбежали. Вот так же слева стоим. Забери это от нас, ближайшее. Я забрал. Бегаем. Сбежали. Очень хорошо сейчас сбежались. Нужно было сказать, что я просто ухожу и все нормально сразу стало. Карась, отойди оттуда. Ася, есть ногой? Да, я дам, я подкаст его даю. Одна секунда, огонь. Давай сокру. Вы умрете. Сейчас обстрел. Беги, малышка, беги! Пламя. Я думал, обстрел пробивает бабу. Один. Отбежали. Мили. Много в мили. Вышли. Давайте квадратику также сдагнемся. Только побежим сейчас в правую сторону. Да, давайте в правую. Ладно, Грису залил. Встаньте дальше, глубже, вот сюда прям. Затем поставил.
Ким на маме там дайте. Далее, далее. Жаль. Вы туда сейчас. Слышал, где туда стоял к этому. Бомбы туловище само кидает, да, получается? Угу. Ну как вторая фаза, типа, у них обилки, типа, у каждого из тела со своей фазой. Пламя. Три. Один. Отбежали. Еще дальше отходим. Давайте вот перед печенькой, перед звездочкой встанем. Рейд, видите метки? Один. Вот бежали. Давайте, кнопки. Перед ней стоим. Так он там босс, отходи дальше. На войне. Вот, говорю, дальше пройди, чтобы босс... Три секунды. Налево бежим сейчас. Одна секунда. Побежали. Давайте перед луной сейчас встаем. Ты правый, если что. Угу. А, ну я смотрю в другую сторону просто, да. Можете, кстати, да, повернуться тоже в другую сторону, бежать влево. По мелких можете бить. Мелких. Все, а бомб... А, нет. Тут тушит. Поставил метки, все кроме меток заливаем. РТД, до чего можете достать, то, то и бейте. Все, побежали еще направо. Ну, за крестиком где-нибудь стоим. Нам нужно разлить огонь прям супер с краю, чтобы типа бомба ни на кого не достала. Давай. Отошли все к меткам, быстрее. Вон, видите бомбу? Пламя. Бомба аккуратно. Пламя, 2 секунды. А, одна секунда. Ебать, он бьет нахуй. Ебать. Потому что, блядь, хуйня, блядь, ты босса не подводишь. Почему он стоит в центре? Давайте я потанчу. Не понял, про что вы? Ай, блядь. Босса водить надо. Мы не можем всем рейдом лутать луч. Стоп, 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 подождите, давайте бьем. У нас еще есть этот, три инера, три бэра. За спину все, за спину все. Донт, а ну зануньте бэра раздать. Донт, есть как раз в идеального, идеальный... Хотя ладно, все, нет, стоп, стоп, не давай. Все, все, уже. Слишком много уже, да. Убирайте, убирайте. А чего все сдохли-то? А зачем это сам в куче? Я далеко, а мы стояли у стены, он себе стрелял. Типа. А чего вы туда решили встать? Просто сказал. Нет, так пошли-то правильно, что бомба туда кинулась. Да нет, какая-то, мы из него убиваем. Потому что он далеко стоит, и за это типа радиус обстрела больше, он по всем стрелял. Да, по всем попадает. А, типа вот этот импульсный, да? Да, да, да. Даже когда его вводим, у него по факту радиус, в котором... Давайте, не, не, давай, сейчас танк, танк, у нас дополнительная, да, масса кра, типа, и я это... Будет всего. Мне удобнее намного. Какая обычка, нихуя. Бьерн, ачивка надо. Время есть. Да нахуй мне эта ачивка не нужна. На самом деле, типа, идем супер идеально, я вообще не понимаю, почему у нас так сложно, типа, так, замена с четвертой фазой. Есть что? Ну, кто там писал, что он в замене? Да, я в Дискорде напишите. Там есть дрыщ, а вон берите. Там есть дрыщ. Не, мы же дрыщ должны выдавать. Помните? Дрыщ. О, на вязок все идете? Нет, еще не идем. Мирона не убить не нужно. Я хочу нормально дамагера взять сейчас, чтобы жестко было. Ну гудлика бери, бля, хули он морозится постоянно. Точно, гудлик, а, ну, да, он же... Гудлик. Зорки, тварь. Сейчас напишем. Давай 14 тысяч, иди показывай.